Друзья мои, еще одна новинка. На этикетке что-то странное. ЛСП-99-93. Давайте вскрывать, смотреть. Угу. По-моему, это обезьяна. Какая шикарная обезьяна. Как она еще крепится. Так. Это обезьяна, и она держит в руках лампочку. А при этом висит на канате. Оригинально. Я дал обезьяне в руки лампу и подвел электричество. Она практически не сопротивлялась. Милая, хорошая, добрая обезьянка. Размер ее от кончика хвоста и до верхних пальцев. Пальцев на верхней лапе. На передней лапе. Ну, в общем, вы меня поняли. Порядка 60 сантиметров. Держит она цоколь Е27. И висит она на таком вот отличном мягком канате. Общий размер светильника получается порядка 1,90 м. Вот в задней ее лапе здесь такой вот шурупчик, которым можно фиксировать, регулировать размер петли, свисающей вниз. А сам канат можно завязывать в узел, что тоже некий такой декоративный элемент. Ну, в общем, обезьянка очень милая, ищите ее в каталоге. И она может поселиться у вас дома или в кафе. Очень милая, добрая мордашка.